С 28 мая в Бердске провели рейды по 70 объектам потребительского рынка. Сотрудники администрации проверили соблюдение обязательного масочного режима. В 10 случаях были нарушения, уже собраны материалы для привлечения к административной ответственности. Всего за весь период проведения рейдов, то есть 6 апреля, выявлено 24 грубых нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. Из них по 8 материалам судом уже было принято решение. То есть у нас, повторюсь, по двум приостановили деятельность, 3 штрафа в размере 50 тысяч рублей, 4 штрафа в размере 25 тысяч рублей. Это отсутствие дезинфицирующих средств на предприятии, отсутствие журнала по уборке территории предприятия, отсутствуют инструкции для разведения дезинфицирующих средств, отсутствуют уборочные материалы и так далее. Контрольные мероприятия продолжатся. Также Евгений Абельганс напомнил, что пока посещать пляжи и бассейны нельзя. Ограничительные меры пока не сняты. Сотрудники полиции сейчас проводят разъяснительную работу с горожанами.